Первом регионе налажен тесный контакт между представителями вертикали власти и бизнеса. Все возникающие вопросы принято решать сообща, и областной совет по развитию предпринимательства как раз то место, где на обсуждение выносятся спорные вопросы и изменения в законодательстве. Здесь можно озвучить возникающие проблемы, высказать предложения и напрямую обратиться к представителям облсполкома и различных госструктур. Для проведения таких мероприятий мы стараемся приглашать представителей госорганов. Принимают участие представители крупного бизнеса, так и представители фермерских хозяйств и небольших организаций с разных регионов Брестской области. Поэтому нам очень важно учесть их мнение, чтобы здесь они смогли получить ответы на свои вопросы, чтобы мы смогли пообщаться в такой вот обстановке. И, наверное, очень важно для нас услышать бизнес. В этот раз на повестку дня были вынесены изменения в сертификации. А это зона ответственности сотрудников Центра стандартизации, метрологии и сертификации. Сама же процедура направлена прежде всего на то, чтобы не допустить на рынок некачественные товары и услуги. Для того, чтобы контролировать соблюдение неких требований, значит, надо вместе с производителями нашими эти требования формулировать, да, и продвигать даже, да, в хорошем понимании, да, продвигать для того, чтобы они были уже закреплены, в том числе юридически. Это одна часть вопроса, которая касается нашего внутреннего рынка. Вопрос вы вот упомянули, да, что сегодня мы уже, нам приходится масштабироваться, и мы не работаем только в границах нашей области, в границах Республики Беларусь, да, а мы работаем и уже на просторах союзного государства, на просторах евразийского экономического сообщества, да, значит, и там мы тоже сталкиваемся иногда с вопросами конкуренции, ну, которая не всегда бывает добросовестной. Именно поэтому важно продвигать и фиксировать в нормативно-правовых актах, которые принимает в том числе и Евразийская экономическая комиссия, нормы и требования, которые бы защищали интересы наших производителей. Мы неоднократно на заседаниях БАМЭ, такие как экспедиционные услуги, обозначали о том, что такая сертификация необходима, потому что на сегодняшний день много компаний, мелких предпринимателей, которые недобросовестно исполняют свои обязательства, и хотелось бы уравнять все права. Также на заседании речь шла о нарушениях, которые допускают предприятия, субъекты хозяйствования в данном направлении. Поднимались и актуальные вопросы ценового регулирования. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.